Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и сегодня речь пойдет о эффективном продвижении себя или чего-то в интернете. Дело в том, что метод рассылок 200-миллионных подачи объявлений в социальных сетях на досок уже давно умер. Спам, который в личку, тоже умер. Умер он по той простой причине, что кого-то когда-то это получилось, кто-то это кому-то презентовал, и с тех пор это пошло и не прекращается. На самом деле это глупое, пустое навязывание своей идеи или компании, которой вы работаете, другому человеку. Быть может, он вообще не собирался нигде работать или подумывает об этом, а прямые вопросы, прямые стращение это ни к чему хорошему, к сожалению, не ведет. И самым эффективным методом, на мой взгляд, сейчас является продвижение себя через личный бренд, через личное лицо, через себя. То есть люди, которые придут на вас, они придут также в вашу компанию. Я от себя могу сказать, что это нелегкий способ работы, требующий времени, требующий усилий, требующий магнетизма, но он действует, и он на самом деле притянет к вам тех партнеров, которые вам нужны и вам необходимы будут. Я желаю в этом коротком видео, чтобы вы поняли, что методы многие уже устарели, и необходимо идти в ногу со временем и продвигать то, что сейчас идет на ура, а это лично вы. И до новых встреч, пока-пока. С вами была Юлия Жукова.